Алтайский край претендует на премию журнала National Geographic Traveler. Голосование за лучшее туристическое направление проходит в 15 номинациях. Наш регион на премию представлен в двух. Алтайский край выходит в лидеры одной из номинаций National Geographic. Журнал проводит интернет-голосование за лучшее туристическое направление среди популярных видов отдыха. Алтайский край и Республика Алтай показывают высокие результаты в категориях «Российский приключенческий отдых» и «Российский оздоровительный отдых». Уже сейчас они выходят в тройку лидеров. Напомним, что на аналогичном голосовании в прошлом году Алтайский край был удостоен первого места в номинации «Приключенческий отдых». Итоги будут подведены 15 октября.